Я не понимаю, как они делают. Я уже газанул, да, я не знаю, что это. А? Бля, лапка отлетела. Минус мотоцикл, да? А? Минус мотоцикл. Да нет, наверное. У тебя теперь на обе стороны будет завалены, бля. Хуёво, что скоростят, ты не сможешь переключать. Без коробки, да, остался? А? Без коробки остался. Блять, я просто даже не понял, что я сделал нахуй. Я тормозил, блять, и начал газовать почему-то. А почему я начал газовать, блядь? Чё, давай, мой поднимем, блядь. Сейчас могу поднять. Давай. Блядь. Давай снесу. Давай нас отъеду назад. Блядь, я не знаю, что я сделаю. Ты как-то в меня, блядь, почему-то поехал. Я-то это там тебя уже заваливаться начал. Ну чё, все? Я... С первым падением, что можно сказать? Блядь. А? Падение получилось. Ну, у тебя крыло отлетело, блядь, сука. А как, нога сама нормально? Не, я не пострадал. Блядь, вот это чего. Я начинаю, блядь, тормозить, как обычно. А она нихуя не тормозит. И жопу занесло, да? И из-за этого не то, что я запаниковал, блядь. А просто, блядь, там подействовал по-другому, блядь. И у меня рука добавила газа, нахуй. А я тормозил без сцепления, блядь. Пиздец, короче, на этой резине точно нельзя, блядь. Ну и с моими навыками тоже. Бля, тут что-то уже отлетело. А? А, тут просто выскочил, блядь. А что с этой хуйней делать, блядь? Ну, блядь, хуй знает, что делать. Теперь ты никуда нахуй не уедешь, блядь. Ну как бы первую можно втыкнуть, блядь. На первую потихоньку ехать. Куда ехать-то? Куда, блядь? Да, дальше, блядь, по лесу.